Да блядь! Ну что, ребят, всем здравствуйте, да? Всех приветствую, так сказать. Сегодня мы продолжаем проходить Дед Спасет, там 12 глав, как я смотрел. Мы только четвертую начали проходить, да. Поэтому я надеюсь, в этой серии мы пройдем полностью четвертую главу. Вот, поэтому, ну, потому что не хочется, типа, растягивать прям прохождение надолго. Хотя, кто знает, может, растянем, хуй его знает. В прошлой серии мы увидели нового какого-то монстра, мутанта, я хуй знает, кто это был, блядь, какой-то чел. Но, ладно, какой-то херню кидался, помните, там, да. И кто не смотрел, тот вот подсказочка в правом или в левом, в правом, да. Углу выскочит подсказочка на прошлую серию, кто не видел, посмотрите. Очень было, ну, прикольно, да, прикольно, возможно, местами смешно. Вот. Поэтому так, усаживайтесь поудобнее, накидывайте пледик, куда-то все дело, да, как в традиции, блядь. Вот у нас такие традиции. Пледик, кофеечек, чаечек, покушать. Хорошее настроение. Если нет того, то сейчас оно появится. И все. И чил, чил просто на челе быть. Да. На челе, блядь. На челе? Каком челе? А, на челе. А, бля, извиняюсь. Приятного просмотра, мы начинаем. Так, помните, мы здесь с вами остановились? Да, мы здесь с вами остановились, конечно, нахуй. Короче, мы остановились там, где... Ну, а что я тут делал, почему тут? Куда мне нужно? А, мы остановились там, где нужно, короче, пройти, да, с монстрами этими. Двумя. Вот такое. Давай, не понял, блядь. Ты что, дурак? А, нет, там... Там хуйня, нахуй. Так, ладно. Что мы можем купить? У меня кредитов сколько? 250. Да я его, рот, ебал, бля. Плазменная энергия. У меня есть лазерный магазин. Силовой резак, блядь. Нахуй мне нужен вообще этот силовой резак, блядь. Для него, типа... Ну, типа, вот силовой резак, да, я вижу, блядь. Но для него, типа... А, вот, силовой блок есть. Ну, тогда давайте... Вот это продам. Ну да. Продадим вот это просто. Да, да, продать. И продадим плазменную энергию, все. Ну. Очень просто все. Так, нам нужно что? Нам нужно правильно. Нам нужен... не понял нахуй. А, у нас же все это есть, точно. Так, нам нужно что? Нам нужно силовой блок. 100% взять для силового пистолета. Да? Ну ты, сука. Для силового пистолета. У меня силовой резак, блядь. Ну давайте его тоже нахуй продадим. Нахуй мне тогда нужен, блядь. Не пойму, блядь. Плазменный резак тогда обратно, да, блядь, плазменный резак. А, ну ладно. Так, и давайте тогда... Давайте плазменную энергию купим, да. Все, так, я думаю, мне хватит. Руборез купить? Как думаете? Так, давайте быстренько все распределим. Силовой блок для силового пистолета вообще ебало, этот силовый пистолет, блин. Из турбореза. Мало аптечка средняя. Мало воздушный баллон сидит. Ага. Ага. Давайте, знаете, как сейчас сделаем? Давайте сделаем вот... Сейчас скажу как. Давайте купим вот это. Купим лезвие. И... Блядь. А, не-не-не. Мало аптечку купить, как думаете? Давайте мало аптечку куплю. Мне хватит вот. На это еще. Давайте попробуем так вот. Я не знаю, что это получится, потому что в прошлый раз я охерел, что там происходит. Так, давайте посмотрим, что это. О, вот эта тема. Такое мне надо. Сюда, блядь. Так, 10.
7, 24. А больше у меня, да, ничего? У меня ничего нету? Блять, стой. У меня есть мало аптечка и патроны. Да, все. И четвертый у нас вот это вот, да? Блять, перезарядим ее сразу же. И погнали тогда, все. Let's go. Нам сюда идти. Один хер. Да-да-да-да-да, нам сюда идти как раз-таки. Бля, я не знаю, как этих сейчас монстров буду побеждать. Вот этот черт стоит. Твое упрямство меня поражает. Бля, челик, тебе пизда, ты знал? Вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Кому? Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Она уже близко. Молись. Ну ты тварь, конечно. И идет спокойно себе. Я до тебя доберусь, хуило, блядь. Давай, открывай мне, ёпта. Открыть. Так. Что тут делать надо? Я не помню, что тут реально делать нужно. Sorry, we are full, блядь. А, да? Мне куда-то вон туда, короче, нужно, в любом случае, идти. Ну что, погнали, ребятки? Погнали. Здорово. Сосешь? Бля, как? А я не помню как. Подожди, стой. Бля, я не помню как. Как я тогда... Да, бля, да вы заеб... Ебать, что там творится, да, ребят? Это жесть. Но их типа херачить, я думаю, вообще нет смысла, да? Я просто не знаю, как тут поступить. Ну, типа, я даже не знаю, что делать, ребят, честное слово. Я вам, бля, буду. Давай, иди сюда, хуило. Сосал сразу же. Ну, погнали, давай, погнали, блядь. Раз. Погнали. Где они? Блядь, да ты иди там. А, серьезно? А, да? А я не знал! Бля! Мне пизда! А что мне с ними делать? Я так и не пойму. Да блядь, ну ты заебешь. Ну это пизда, ребятки, блядь. Нифига тут есть. Блядь, 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 блядь. Так, все, 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 восстановились. Блядь, да иди ты нахуй. Ой, ну все, без... Я, кстати, не знаю, что тут делать-то мне, блядь. Не могу понять, блядь. Я не могу понять, что мне тут делать нужно. Просто реально, что делать? Хорошо. Их долбить, я думаю, типа, вообще нет смысла. Вообще никакого. Блять. Второе. Типа, я думаю, бессмысленно эта вся хуйня. Лифт к моргу закрыт. Все тут закрыто у меня. Аж. Ну, типа, что делать, я тоже не знаю.
Блядь. Да отъебитесь нахуй от меня, блядь. Твари, блядь. Что мне с этим делать? Я реально, ну типа, что мне тут делать, блядь? Их херачит, но их нет смысла долбить. Вы же знаете сами, ребята. Прекрасно. Пиздец. Что мне делать? Реально, что с ними делать? Я вообще не пойму. Ну, типа, я думаю, их херачить вообще нет смысла никакого. Труболет, кстати, вообще пиздатая тема. Так. Давай, хуйня, иди сюда, блядь. Давай-ка я вот здесь встану. Давай, блядь. Раз. Блядь! Иди нахуй! А, тебе вообще... Тебе похуй, что ли, блядь? Алло, нахуй. Я хуею, блядь. И что мне тут делать? Я, честно, хуй знает, что с ними делать, как с ними, что, блядь. Честно, вот даже не ебу. Что-то хуеплёт ушёл, блядь. Пошёл ты нахуй, блядь. Давай, блядь. Где он? Да, блядь! Да ты тварь, блядь! Отъебеть нахуй! Блять, я ебучая, за хуйня тут происходит, месилова ебучая. Шел нахуй, блядь, тварь, блядь. Ебать его в рот, ребята. Перезаряжай, быстрее. Да пошел ты. Не, ну это пизда, я хуй знает. Вот этот долбоеб еще, блядь, что-то делает. Пожалуй, у меня аптеки вообще нет. Все, аптеки моей больше нету. Да, хоть сейчас заходи, говорю, хоть сейчас заходи, блядь, и смотри, как ты проходить. Я реально, я вот, я, ну, я все, я не знаю, как ты пройти. Типа, сначала нужно, блядь, я думаю, ну, я правильно, наверное, делал, сначала надо застопить этого челика нужно, блядь, хуеплёт восстанавливающуюся. И убить вот этих, блядь, маленьких монстров, блядь, сначала. Потом им заняться. Либо сначала его лишить, типа, этой хуйни, он там какое-то время в любом случае лежит. И заебашить этих всех, и все. И потом, наверное, мы сможем пройти. Но то, что если нет, то, типа, смысл этой миссии вообще? Что это за хуйня, блядь? Челика нельзя никак убить, ничего, блядь. Что это за пиздец, блядь? Короче, смотрите. Берем что мы? Мы берем две аптеки. 100% сразу же еще. Все. У меня есть теперь три аптеки, чтобы вы понимали. Так. Не, вот эта тема вообще пиздатая, блядь. Турборез, вот это да, блядь. Ой, блядь, я хуй знает, ребят, честно. Как, что здесь делать? Я ебу того рот. Ну, реально, ну как мне пройти эту залупу? Давай сразу застопим, блядь. Эх, хуеплётина. Соси хуй, блядь. Давай, ну, появляйся. Блядь, ну понятно, нахуй, как всегда, в принципе. Поехали. Смотри, что творит, блядь. Тварюга, блядь. Собрал. Собрал. Сейчас эта залупа будет выпрыгивать. Собрал. Поехали. А, вот он. Здорово. Поиграем, блядь. А, охуенно. Придумали вы, ребятки. Блять, вы охуенно придумали.
Блять, это пизда. Это пизда, ребята. Это пизда, конкретно. Бамс, все. Его нахуй. Так. Так, мне нужен резак. Тут маленький пидор еще. Поехали. Что-нибудь дала? Да нихуя, деньги только ебаные, бля, прикинь. Все, я его сейчас баню. О, это хорошая тема. Угу. Давай, 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 иди сюда. Все. Обезоружили. Ну, где? Разблокируй мне двери, блядь. Блядь, он встал, да, еще, блядь? О, будет чудо сейчас, если он встал, блядь. Оп, он встал? Он встал, да? Да, он встал. Да, блядь, маленький хуйсос. Так, я за тем слежу. Я на него потрачу лучше эту хуйню. Давай, поехали. Ты, блядь, залупана, блядь. Маленькая. Да я тебя сейчас ёбну, блядь. Бля, ебать я мажу, охуеть, да? Не, лучше тогда уже турборез, блядь. Так, надеюсь, сейчас он не встанет, потому что это залупа, блядь, будет. Иди сюда, блядь, ты маленький хуй, блядь. Блядь, он бегает от меня, вот пидорас. Перезаряжайся, ну-ну-ну-ну-ну. Он дал аптеку? От души. И где это? Понятно. Я взломала защиту. Вперед! Бежим, все, ребят. Мы прорвались. Вот за эту хуйню. Все, прорвались, прорвались. Ух, лайк, блядь. Ребят, вот за такое ставьте лайк 100% сейчас. Вот прямо сейчас ставьте лайк, блядь. Вот прям реально, это было сложно. Это было максимально сейчас сложно. Вы сами видели это, блядь, как это было сложно. Это было очень сложно, блядь. Фух. Наконец-таки. Так, что у нас есть с вами? Давайте перезарядим сразу. Блядь, ну турборез, вот это, кстати, очень-очень-очень тема, блядь. Турборез. И винтовку начинают прокачивать больше. Так, давайте поищем здесь лут. А, ну понятно, здесь тоже какая-то хуйня сейчас будет, я уверен, блядь. Фух, ну хотя бы прошли, я говорю. Хотя бы, блядь, прошли. Вот это, блядь, за лупу. Там лут, конечно, остался вроде в таких ящиках. О, спасибо. От души. Вот эта тема мне очень радует. Фух. Так, здесь больше ничего нету. Здесь больше... Да вроде ничего такого и нету. А, ну я, блядь, не сомневался в тебе, слушай, блядь. Блять, ну. Ну это хуйня ебаная. Раз. Раз. Два. Бля. У меня больше нет, прикинь, на этот патрон. Я ебал его рот, пиздец, у меня больше вообще патрон нет, ребята. Вы прикиньте. Не, надо, давайте побежим сейчас, ладно, давайте сбегаем еще туда. Там, я уверен, есть это, типа, патроны в ящиках. И забрать просто, и все. Бля, я не сомневался, что это за лупа здесь будет, блядь. Вообще не сомневался. Так, блядь, не говори, что у меня... О, нет, фу, не все заново это, блядь. А то я бы я ёбнул сейчас все заново проходить вообще, блядь. Так он там ходит. Давайте-ка разберем здесь сейчас все. Бля, ну то, что тут дают, это мало лута. Максимально. Ну почему над мне эту хуйню ты даешь? О, для турбореза еще дали. Нормально.
Мне нужно для импульсивной винтовки, это 100%. Сейчас бегаем туда. Успей, как думаете, забрать? А, ну тогда до свидания, блядь. Чего нахуй? Понятно. Пусть сейчас он уйдет. Да тихо, тихо, блядь. О, а это что тут лежит? Я же вижу. Да уйди, блядь. Ты тварь, смотри, какая, блядь. Да ты чё, хуй? Блядь, серьезно? Да как мне туда пробраться, по-твоему? И как я должен сюда пробраться, по-вашему, блядь? Смотри, ну там что-то вон лежит, туда можно пробраться, я уверен, блядь. Как тут туда пробраться, блядь? Да видите, монеты лежат. Видите, блядь? Дай-ка я чуть-чуть столкну эту залупу, блядь. Пожалуйста, дай мне пройти, блядь. Блядь. Я, сука, рот ебал. Погнали, быстренько сбегаем за патронами и все. И похую. Не по... А мне пофиг! Знаешь, такую тему, блядь, там. Ну давай, 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 блядь. Что это мне, блядь? Ой, да, больно, слушай. Мне сейчас было больновато, очень даже. Главное, чтобы я забрал для импульсивной. Я забрал же для нее, да, все. Конечно, у меня теперь нет, блядь, и жизни, нахуй. Блин, ну это такой себе, конечно. Нужно, ну, сейчас бы хпшку, конечно, вот это, да. Так, дай-ка я сразу-то возьму с собой вот эту штуку. Поехали. Погнали. Сразу ее хуярить. Где? Ладно, да этого не стоило, типа патроны того не стоили. Бля, дай, пожалуйста, для импульсина мне, пожалуйста, вот сейчас с винтовки. Вот это бы, да, это было бы прикольно. Короче, это того не стоит, окей, я понял. Мне нужно только для этой, и все. ХПшку нам тоже нужно сохранить с вами. Сука, да я пройду, блядь. Твари, нахуй. Так, ладно. Ну, конечно, блядь, но я не сомневался в тебе, слушай, братан. Ну, как-то сейчас будем, значит, выбираться с этой залупы. Давай я к ней быстренько отнесу сейчас эту хуйню. Сейчас нам выбросить еще одну. Так. Охуенно ты придумала, блядь, слушай. Да я ебал. Да что это за хуйня, блядь, ребята, нахуй. Ну это пиздец. И чё мне делать, блядь? Давай, блядь, хуярь меня ещё. Сейчас, блядь. Давай так, сейчас это для импульсивно у нас не вот это вот для этого, да, вот дьявол, блядь. Вот для этого сейчас не выпадает ничего. Я пойду, значит, обратно сбегу. Ну, продам что-нибудь и куплю, блядь, для импульсивно, блядь. Ну, потому что это бессмысленно, не?
максимально то. И турборезы, да? Погнали обратно. Похуй на этого быдлана, блять. Мне на тебя похуй. Вообще максимально, знаешь. Чтобы ты, блядь, не хотел. Максимально. Кристаллически похуй, знаешь. Что, блядь, ты, конечно, он, блядь, он типа непобедимый этот чел. И все, я думаю, потому что какая-то хуйня творится. Так, давайте купим. Купим сейчас с вами. Для импульсивности 100% покупать, потому что, блядь, забейте, это что за хуйня вообще. Так, ну у меня есть 300. Да, купить. Дальше. Что продадим мы с вами? Мы с вами что продадим? Да ничего. Импульсивный заряд, я думаю. Давайте продадим импульсивный заряд. И импульсивную винтовку, она, ну, типа, сейчас она мне нахуй не нужна, блядь. Она прикольная, но, блядь, она минимально дает. Минимальный дает дамаг, честно говоря. Плазменный резак лучше верну. И... этих, и давайте все прям в импульсивную ебанем. Ой, нет, не в импульсивную, лазерный. Бля, ну смотри, тут два. Так, дай-ка подумаю. Я могу за двушку купить одну аптечку себе и купить плазменную энергию максимально, да? Да, давайте я так поступлю, потому что это будет более умно. И все. Так, теперь у нас с вами есть патрончики. Вот сюда. Ага. Есть с вами вот эта залупа. Да. И вот это. И давайте-ка сохранимся сразу, потому что ну его в жопу, блядь. Ну его в жопу. Глава 5. Мы, кстати, по сути, значит, половину прошли почти. Почти половину прошли. Теперь пробежать надо мимо этого челика. Бля, я не знаю, забирать или нет оттуда что-нибудь. Я думаю, лучше... О, блядь. Охуенно, что могу сказать. Ну, пизда-то, блядь. Пизда-то, блядь. Я тут. Давай. До свидания, блядь. А, отсосёшь нахуй. Все, блядь, мальчик. Все. Ага. Я тут открывал? Я открывал? Да, я здесь открыл все. Так, ну шо, let's go, получается. Так, берем с собой вот эту залупу. Блядь, и нахуй я это сделал сейчас. Такая тема была. Ну ладно, погнали. Давай, тварь. Две щупальца у нее остались, если что. Ну давай, ну, блядь. Одна осталась. Вот, бля, ну ладно, тогда не буду продавать этот пестик свой, потому что он прям имбовый, ребят. Он прям имбовый. Ну, сами видите все. О, золотой полупроводник. Он, кстати, хорошие деньги стоит. Турборез еще. Бля, турборез. Ну, бля, турборез тоже эта тема, блядь, очень жесткая, типа. Там можно лезвие направлять, типа, с ним ходить. Видели? Оно, типа... Оно, типа, это... Ну, вы сами поняли, что делает. И левитирует. Бля, ну я так не хочу. Ну, и так хочу, пиздец. Пошить, подойдем. Смеется, типа. Все, беда с башкой пошла. Понятно. Бля, мне интересно, тут что-нибудь есть? Извините, бля, что вот я вот на это трачу время, потому что мне лут очень нужен.
Ну шо, ну давай, страшилку, ну пугай, пугай, блядь. Шо ты, блядь? Блядь, да шо? Всё нормально, да, блядь? Понятно, блядь. Ну это такое, типа, криповая хуйня, конечно. Точно сюда, да, со спины подойду, блядь. Может, какой-то реально этот. Блядь, ладно. Ладно. Такое, конечно, такое. Так, здесь тоже ничего. Все, здесь ничего. Let's go туда. Так, давайте сразу проверю сейчас сначала. У меня полностью? Нет, не полностью. Это полностью? Ну, давайте с этой похожу пока. Блядь, а что здесь? Как будто мы здесь уже были, да, с вами? Так, нам куда? Нам туда. О, сохранялка. Сейчас дайте посмотрю, здесь может лут какой-то. А, я же говорю, вот оно оно. Вот оно оно. Я же... Ебать. Хуеть, блядь, просто можно. Так, ладно, давайте сохранимся сразу с вами. Опа. Нам сюда как раз таки. Сохраняемся, блять, а то вот это вот проходить заново, ну его нахуй. А так хотя бы отсюда мы будем стартовать все время с вами. Да уж, ну кстати, почти реально половину игры прошли. Ебать. А это... Все хорошо, блять. Ебать, это здесь что нахуй? Ебанешься. Личный дневник, доктор Кэлус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад. Рост клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Охуеть, блядь. Короче, здесь был... Ёбнутый чел. Так, ну я так понимаю, нам сейчас нужно бежать обратно, там будет, не будет типа воздуха, нихуя, да, я так понимаю, не будет. И шо, куда нам? Все, задание выполнено, ну да. Отлично, Айс, давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Погнали, блядь. Еще какая-то хуйня будет. Ну, естественно, блядь. Ну, естественно, нахуй. О, видали? Эта тема вообще жесткая. Сейчас бежим дальше. Ой, там сейчас этот хуй еще будет. А ёбаный рот. Да? Бать того нахуй. Я ебу того рот, блядь.
Нормас, нормас, нормас. Подожди, мне куда? А, мне туда? Ну погнали, чё? Хули они мне сделают-то, блядь? Я их рот выебал, блядь. Нам сюда? Да, нам сюда. Давай, 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 мы с тобой бежим. Блядь, ну пошёл ты нахуй, блядь. Всякая тварь здесь, блядь, ещё есть. Так. А, ждите ещё. Куда нам? Нам вот сюда. Бляй. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Ну, сохраним сразу, блядь. Ну, видели, сразу пробежали, блядь. Вот-вот это надо делать. А не стреляться с ним, блядь. С теми просто бесполезно было стреляться, как по мне. А этот... Этот маленький, блядь, я даже не ожидал, что он там выскочит. Вот, ну, все. Куда нам сейчас? О, ну, понятно, блядь. Так, ну, давайте продадим. У нас 4000 сами, ребят, 4000. Сразу купим вот сюда, вот так вот. И давайте сразу, что сделаем? Давайте мало аптечек на всякий случай, блядь. Вот это вот, я знаю, вот это вот ваше, да, вот это вот. О, блядь, у нас нет аптечек, все, до свидания, блядь. И сохранюсь еще раз, ну его нахуй. Так, let's go, короче, нам идем сюда. Мы с вами сюда идти. Пойдем сюда. Бля, тут же те ебнутые пидорасы вроде, да? Да, то есть какие-то твари, я их вроде не убивал отсюда. Да, я здесь не убивал. Говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Левиафан? Ты сейчас угораешь? Или ты правду говоришь? Чтобы вы понимали, что такое Левиафан, это... Такая тварь, блядь, здоровая, так что ну его нахуй, блядь. А чё делаю? Давайте-ка вот так сделаем просто. Давайте, блядь, сюда нахуй. Ой, видали? Охуенная тема, да, ребят? Пиздатая тема, как помню. Так, верстак, подожди, у нас есть узлы с тобой? У нас есть один узел, давайте-ка что-нибудь сделаем. Конечно, в такой обстановке что-нибудь делать только, знаете. Так, я считаю, давайте-ка мы с вами... У нас здесь здоровье, воздух. У нас один, да, только? Давайте-ка я урон прокачаю, да-да-да, просто урон прокачаем на плазменном языке на нашем. Вот на этом, чтобы было побольше урона на него. И все. Так, тут что-нибудь есть? А, нет, я тут уже все забрал. Ну все, да, погнали. Левиафан.
Левиафан, блядь, я хуею. Так, а куда нам? А, нам сюда. Ну, бля, естественно, нам никто ничего не покажет, нахуй. Так, а там что-нибудь было? А здесь наверх. В шоках нахуй, ребята. Да. Ну да, да. Одной твари нету. Чтобы вы понимали. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Блять, еще буду туда-сюда, что ли, бегать? Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Бля, мужик, я тебя найду, я тебе серьезно говорю. Я тебя вот в эту капсулу запихну. Ты о чем еще тут городишь, блядь? Что-то, бля, ебнутый чел вообще какой-то, да? Согласитесь, блядь. Блядь, ну так не хочу, нахуй. Нам и туда еще идти, ебанешься. Опа, а вот это очень хорошая тема. Угу. Для турбореза еще дали нам с вами. Давайте сразу все перезаряжу, ну его нахуй. Угу. Нихуя нам тут дают. Ну, короче, сейчас будет месиловка опять. Как всегда, в принципе, я думаю. Мало аптечку дают. Месиловка сейчас будет. Понятно, блядь. Скажешь, что я взял? Сохранялка раз. Много лута. Тут лут, там лут был. Ну, короче, сейчас будет просто месиловка по факту. А, бля, я ничего не сделал. Просто сейчас будет месиловка. Бля, так не хочу этого, пиздец. Так, ну что, погнали? Эти образцы вернутся со мной на землю, и я распространю их святое величие по всей... Сейчас, бля, мужик, ебало, закрой. Чё он тут... Создание. Блядь. Ну твою ж мать-то, блядь. Бля, да похуй, погнали. Открыто есть. Они что, не зайдут? Нет. Они сюда не зайдут. А, он там закрыт, значит. Ёпт, ты что тут сделаешь, блядь? А, мне нужно их заморозить. Я понял. Будем надеяться, мы больше не увидим. Это. Я смогла взломать установленную мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Эй, иди сюда, блядь. Я сказал сюда.
Иди сюда, блядь, маленькая тварь, блядь. Куда ты бегаешь, блядь? Блядь, ну ты тварь, сюда иди. Да иди ты нахуй, блядь. Съебало, блядь. Я эти пилы потратил на них. Да уж. А, вот он стоит, мэйт, вот стоит. Без заморозки, пиздец. Нам сюда же, да? Да, нам сюда. Пиздо, что тут творится, вообще жесть, да? Так, ну я считаю, пошлите-ка сейчас сохранимся для начала. Ну его нахуй, блядь. То я знаю вот эти вот ваши вот эти вот. А, ну понятно, блядь. Ну погнали, чё. Так, у нас патроны к чему-нибудь есть еще? У нас, ебать, у нас три аж. Аж три, блядь. Ну сейчас две уже. Так, ну хорошо, что я патроны купил, говорю. Хорошо, что я патроны купил. Я так и знал, что такая хуйня будет. Прям вот так и знал, блядь. Let's go. Поехали. Давайте, блядь. Ну, конечно, здесь сейчас ничего же не будет, блядь. Да, здесь какая-то хуйня сейчас выскочит, блядь. Я уверен, смотрите, сейчас двери закроются. Потом как к дверям, они закроются. А, нет. А, я все, я обратно вернулся. Нихуя. Ты прикинь. Мы закончили с вами главу, ребята. Мы закончили с вами главу. Так, это забрать надо. Блядь, ну. Тут денежку лежит, ее забираем. Съебываем нахуй отсюда. Ух! Так, поздравляю, мы половину игры прошли. Шестая сейчас глава будет. Да, конечно, сохранит еще. Конечно, сохраняем. 100% сохраняем. Да уж. Глава 6. Опасные примеси. Ну, это пиздец. Гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада сознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здорова и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Ну, понятно. Так, а здесь что-нибудь есть? Здесь ничего. А, нет, есть. Поехали. Ебать, это что, блядь? Мы слышали? Кто-то что-то говорил. О, чё? Аптечку нам дойдут. Охуеть. Так, шизанина много. Бля, опять что-то будет мясорубка какая-нибудь. Видите, в прошлый раз я не ошибся, что будет мясорубка. Все, блядь. А что здесь? Что здесь? А? Бля, ну погнали, чё. Поехали. Сразу все перезаряжаем с вами. Проверяем, все ли заряжено, все заряжено. И, ребят, напишите в комментариях, какое оружие лучше всего взять. Кроме вот того, что у меня есть там вот, резак обычный, винтовка и турборез. Какое оружие еще мне взять четвертым, которое прям будет офигительно на монстров действовать?
Вот так. Мы пришли. Да ну нахуй, я съебываю, блядь. О, схема батареи резака. Чего, блядь? Включен режим полива. Тварь, блядь. Бля, смотрите, тут какая-то жизнь еще есть. Мы тут выращивают что-то, блядь, нихуя себе. Прикиньте, тут что-то еще даже выращивают, это пиздец. Погнали. Здесь монстров не должно быть. А, ну да, не должно быть, конечно, я вижу, блядь. Тю, это наш напарник? Айзек. Хорошо, что ты цел. Угу. Не снимай шлем. Не собираюсь, блядь. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Ну, понятно, как всегда, блядь. Ждите, блядь. Чего ждать-то, блядь? Охуеть, блядь. Отошёть? Отошёть, блядь. Отошёл чуть-чуть и всё. Это дверь на продовольственный склад, но я не могу отключить систему аварийной изоляции. Слушай, уничтожь капсулу, чтобы очистить воздух. После этого используй яд на Левиафане. Сохраняемся. И что делаем? Правильно, ребят. Правильно. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, у вас как-то поднялось настроение. Скоро, кстати, на канале или уже вышло. Наверное, уже вышло такой пилотский влог. Если что, в правом углу будет подсказочка на него. Кто не смотрел, посмотрите. Потому что, ну, мне просто интересно такой сделать эксперимент на канале, чтобы были не только игры, но, может, какие-то влоги. Почему бы нет? В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.